так, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно темплитур за Юли, амурный клюпик. Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, не печаль, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял весь и килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей... Кто стучит по крышам, словно в неразлом? Ты опять не вышла, сделав западло. Целый день стоял я под дождем и мозг. Что я увидеть смог, бы не пришла с тобой. Как будто нет другой такой, мне нужна любовь твоя. С другой счастлив буду я, но если я тебя увижу, но... Эй, принцесса, ты с другим, а я погиб. И мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их рассудит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти четыре растиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково. Пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Всем привет, я Настя, и я ученица школы имени Петра Васильевича Щепкина. И я хочу оставить послание всем, кто остается в нашей школе, что, как говорил Петр Васильевич Щепкин, не дети для школы, а школа для детей. Всем привет! Я Шевченко Сергей. Я ученик 11 класса, который выпускается сейчас из школы. Я хочу сказать спасибо нашей школе. Хочу сказать, что я никогда не забуду, наверное. Надеюсь на это. Привет, меня зовут Аня, я заканчиваю в этом году школу, и я хочу сказать несколько слов о своем любимом классе. Это такие люди, которых я бы хотела иметь дальше в своей жизни.
таких же замечательных, позитивных, которые поддержат и иногда скажут правду. Пусть она будет не очень приятной, но она будет правдой. Здравствуйте. Я Сюченко Виталий Сергеевич, выпускник нашей школы. Я хочу пожелать добра и счастья Надежде Павловне и сказать ей спасибо за то, что она нас постоянно прикрывала от всех учителей, от директрисы. Постоянно нам помогала в любой ситуации, в любое время. Спасибо вам, Надежда Павловна. Всем привет, я Настя. Я заканчиваю в этом году школу. Я хочу сказать своим любимым друзьям, одноклассникам, что я буду за ними скучать. Они все хорошие, добрые, всегда будут поддержать. Здравствуйте, я Вика, я выпускница нашей любимой школы. Я хотела бы сказать спасибо школе за то, что она дала нам возможность познакомиться с такими прекрасными людьми, как вы, и в нашем классе, и не в нашем. Всем привет, я Вика. Я в этом году закончила 11 класс в Липецкой школе Щепкина, в которой у меня остались очень много хороших воспоминаний. Всем удачи! Это я, Юра Батырханов. Я хочу сказать спасибо нашему целому классу за проведенные последние года, весело проведенные последние года, праздники. Буду скучать по Нине Васильевне, шуточкам. Здравствуйте, меня зовут Егор. У меня со школой много было связано плохого и хорошего, много впечатлений ярких. Хочу пожелать всем, кто остался у нас в школе после нас, получать более-менее хорошие оценки, получше, чем у нас, быть терпеливым и не часто выводить учителей из себя. Всем привет, меня зовут Владислав. Сказать спасибо школе, своим одноклассникам, учителям. Пожелаю всем удачи. Привет всем, я Настя, часть этого класса. Это Витука. Она моя сестра. Сестру. Она всегда со всеми найдет общий язык. Это Юра. Он вообще нормальный, веселый, отзывчивый. Всегда придет на помощь. Это Аня. Она организатор, лидер. И, можно сказать, капитан этого класса. Это Настя. Самая скромная девочка по версии нашего класса. Самая, максимально скромная. Это Настя, это позитивчик. Самый непредсказуемый человек нашего класса. Ну, а это Сережа, наш отличник. Ну, то есть грамот он забрал очень много, максимально много. Самый позитивненький такой мальчик в нашем классе. Это Виталий. Мой лучший друг. Он всегда умеет поддержать любого человека. Это Вика. Вот она самая скромная, а не Настя по версии Ани. Ну, это Владик. Наш друг. Друг всего класса. И мы 11 класс!